По данным сотрудников полиции, ежедневно в Саянске регистрируется увеличение количества краж со счетов и банковских карт горожан. В 2022 году зафиксировано двукратное увеличение таких преступлений. Более 60% уголовных дел приходится на хищение денежных средств горожан. В настоящее время в следственном отделе города Саянска находится более 60% уголовных дел, возбужденных по 158 части 3 пункт Г «Хищение денежных средств». Данные лица являются подозреваемыми не только те, которые ранее попадали в поле зрения полиции, а те, которые впервые нашли банковскую карту и решили ей воспользоваться. Регулярно в дежурную часть отдела полиции обращаются саянцы, которые потеряли свои банковские карты. Как правило, они забыли их на кассе магазина при оплате товара или в банкомате. А следующий клиент обнаруживает пропажу и забирает чужую карту. В последнем случае мужчина, недолго думая, решил воспользоваться картой и в разных магазинах города совершал покупки. В ходе доследственной проверки сотрудниками следствия было установлено, что потерпевший, который заявитель, снимал со своего счета деньги, после чего свою карту банка оставил на обслуживающем терминале устройства, забыл. Следом за ним гражданин города Саянска обнаружил данную карту, присвоил себе и на территории города Саянск совершил более 20 покупок на сумму не более 1000 рублей посредством услуги Wi-Fi. Совершая покупки до 1000 рублей, не нужно подтверждать ПИН, поэтому велик соблазн воспользоваться утерянной картой и рассчитаться ею в магазине, в котором есть система бесконтактной оплаты. Но такие действия, по словам правоохранителей, чреваты уголовной ответственностью. Он действительно взял с устройства банкомата данную карту, с которой совершал более 20 покупок на 1000 рублей в магазинах на территории города Саянск. Данному гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления 158 часть 3 пункт Г, которое предусматривает до 10 лет лишения свободы, хищение денежных средств банковского счета. Сотрудниками было направлено уголовное дело для согласования в прокуратуру города Саянск. Обвинительное заключение утверждено, и уголовное дело находится на рассмотрении в Саянском городском суде. Сама по себе находка бесхозной карточки ни к чему не обязывает. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это пройти мимо. Если все же подняли пластик, то действуйте так, чтобы потом не пришлось писать объяснение в полиции. Первое, что приходит на ум человеку, нашедшему карточку, вернуть пропажу владельцу. Некоторые делают так от чистого сердца, другие ждут вознаграждения за свой поступок. Пострадавший вовремя не среагировал, не обратился в полицию в связи с тем, что у него была отключена услуга «Мобильный банк». То есть спустя двое суток он пытался снять денежные средства со своей карты и обнаружил, что у него на балансе 0 рублей. Как пояснили сотрудники полиции, пострадавший слишком поздно обнаружил пропажу карты и только через несколько дней обратился с заявлением в полицию. Уголовная ответственность по данному категории преступления наступает с 14 лет. В связи с чем я хочу обратиться к родителям, у которых есть дети, чтобы они провели профилактическую беседу о том, что если ими найдена карта банка, либо это телефон, необходимо срочно обратиться к родителям, объяснить об этой ситуации, то есть сообщить сотрудникам банка, а также, если по телефону, то в отдел полиции города Саянск. Низкая доля возврата украденных мошенниками средств со счетов и карт граждан объясняется тем, что часто жертвами злоумышленников люди становятся по своей воле. Это дает кредитным учреждениям право отказать в возврате денег, так как клиент нарушил договор с банком и передал конфиденциальную информацию третьим лицам. Кстати, уголовная ответственность по данному виду преступления наступает с 14 лет. Необходимо также отметить, что данный вид кражи предусматривает тяжкий состав преступления, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам, которые нашедшие чужие банковские карты, обратиться либо в ближайший отдел банка, либо позвонить на телефон горячей линии на обратной стороне карты банка. За мошенничество с использованием электронных средств платежа предусмотрена уголовная ответственность. Такие преступления караются сроком лишения свободы до 10 лет и крупным штрафом. Проблема раскрытия преступления заключается в том, что заявители не всегда своевременно звонят на телефон горячей линии и сообщают о блокировке данной своей карты, в связи с чем проводится длительное время для выяснения движения денежных средств по банковскому счету. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют, что при снятии денежных средств при поступлении таком смс-уведомлении необходимо срочно позвонить на номер телефона горячей линии сотрудникам банка, приостановить, получается, карту, и после чего обратиться в отдел полиции города Саянск.
Экономическая нестабильность, страх обесценивания нацвалюты и потери сбережений заставляют людей совершать необдуманные поступки чаще, чем в период стабильности, отмечают полицейские. Мошеннические схемы также не стоят на месте. Придумываются более изощренные схемы, где в большинстве случаев жертвы сами предоставляют свои персональные данные и отдают преступникам свои накопления. Чтобы не стать жертвой нечистых на руку преступников, правоохранители советуют соблюдать простые правила, сохранять бдительность, использовать сложные и разные пароли.